А всем привет, сказал Prim Team, и это вторая часть прохождения игры Call of Duty World at War. Напомню, что в первой серии мы прошли три миссии, это всегда готов, слабое сопротивление и жесткая посадка. Кто не смотрел, welcome to смотрите. И теперь мы начинаем с миссии Vendetta. Пройдем миссии Vendetta, их земля, их кровь, и выжигай их. Также напоминаю, что мы балдеем в игре, поэтому нажимаем на рекрут. Фашистский Рейн – опухоль на теле Европы. Он опустошает ее, подобно чуме. Их беспощадный поход по чужим землям унес жизни многих мужчин, женщин. Начинаем игру, и эта серия начинается со всем известной катсцены у фонтана в Сталинграде. Я как не люблю стелс в играх. Я хочу, наверное, все-таки записать прохождение Modern Warfare, но как я ненавижу стелс. А он везде есть, во всех частях Call of Duty. Мне нужна твоя помощь. И эту миссию я не люблю. Делай все, но что я говорю. Мы отомстим за это. Снайперство. Стелс не нравится. Мне дайте больше экшена, много патронов и много патронов. Меня рука ранена. Я не смогу прицелиться. Ты должен сделать это за меня. Бери винтовку и следи за дорогой. Вон тот мудак в машине, генерал Генрих Амсель. Это ему мы обязаны Сталинградской битвой. Это он несет ответственность за хладнокровное убийство мужчин, женщин и детей. И не только здесь, а по всей территории нашей Родины. Вот уже три дня я на него охочусь. Вот уже три дня он жив только благодаря своей невероятной удаче. Снайперский огонь по противнику сродни охоте на любого другого зверя. Нажмешь курок в неподходящий момент и навсегда упустишь свой шанс. Терпение. Если люди Амселя поймут, где мы, этот фонтан станет нашей могилой. Так, заряжай винтовку, но огонь пока не открывай. Подожди, пока бомбардировщики не окажутся прямо над нами. Их шум заглушит звук выстрела. Готов? Я как ненавижу еще в Call of Duty собак. Готов? Огонь! Быстрее, пока бомбардировщики не улетели. Черт! Прямо.
стрелок. Пора закончить дело. Сюда. Вооруженный патруль. Нужно найти другой способ подобраться к Ансу. Не высовывайся и следуй за мной. Уже несколько дней я прячусь в тени, как крыса. Когда-то здесь любили собираться друзья. Здесь встречались возлюбленные. Когда-то, давным-давно. Попомни мое слово, товарищ. Когда-нибудь все изменится. Бои будут вестись на их земле. Страдать будет их народ. Литься будет их кровь. Сюда. Знание повадок твоей жертвы повышает шансы на удачную охоту. Генерал Амсель не изменяет своим привычкам. Каждый день он проверяет все немецкие гарнизоны. Он проезжает мимо этого здания. Снайпер! Внутрь, живо! Мы не сможем продолжать, пока не избавимся. Следуй за мной. Выстрел был с того берега. Вон там, в здании со знаменами. Поиграем в кошки. Я заставлю его выстрелить еще раз. Смотри внимательно, и выстрел будет слышно. Готов? Давай. Второй этаж! Слева! Я его еще раз отвлеку. Приготовься его убрать. Черт. Видел его? Он точно знает, где мы. Больше я рисковать не могу. Теперь его поисками займешься ты. Держись в тени. Если он выстрелит, беги. Он тебя заметил. Быстрее к окну. Ты должен сменить позицию. Я как ненавижу вот эти выстрелы километров. Отличная охота! Патрульные наверняка слышали выстрелы. Надо спешить. Немецкий патруль. Пусть пройдут. Они нас заметили. Уходим, живо! Ложись! Они пытаются нас выкурить. Держись ближе к полу. Задержи дыхание. Они окружают здание! Мы должны торопиться!
Они нас заметили. Уходим, живо! Ложись! Они пытаются нас выкурить. Держись ближе к полу. Задержи дыхание. Они окружают здание. Мы должны торопиться. Быстрее наверх! Быстрее, пока мы тут не сгорели. Друг мой, позволь пожать тебе руку. Ты нужен мне живым. Нужно найти выход! Броневик снаружи! И дым пока нас не убили! Прыгай! Пошел! Вот так вот типичный момент со снайперской стрельбой. Как такового стелса сейчас уже больше не будет. Her mit dem Flammenwerfer! Verbrennt diese Russenschweine! Дмитрий, мы думали, ты погиб в бою на площади. На площади он был, но он не погиб. Мы собираемся штурмовать связной пост к северу отсюда. Хорошо, так мы помешаем фрицам вызвать подкрепление. Мы с Дмитрием обеспечим прикрытие сверху. Сигналом будут крики подыхающих немцев. Дим, сюда, по лестнице. Сюда, товарищи. Займите позиции и ожидайте сигнала. Не стреляй, видишь огнеметы? Нужно выбрать правильный момент. Взорвав топливный бак, можно поджечь всех, кто находится рядом с ним. Немецкие подкрепления на балконе слева. Прикроем нас, товарищи, внизу. Замечательно! Пехота! Огонь по ним! Голову пригни! Пехота! Огонь по ним! Thank you.
Включай огонь! Прикрывай наших друзей! Связной пост. Амсель попытается сбежать. Живее! Отрежем ему путь к отступлению. Прямо! Окей, бевегунг! Разведите войска! Коммунисты! Отличную снайперскую позицию с видом на командный пост. Вот такая вот у нас вот... Не стрелять! Мы слишком близко к нашей цели, чтобы выдавать свою позицию. Мы ничего не сможем сделать для наших товарищей. Их жертвы будут отпущены. Смерть генерала Ансли только начало. Смотри прямо. Здание, украшенное флагами, это немецкий командный пост. Скоро появится генерал Ансли. Стрельба привлечет его внимание. Вот он! Черт, он не один! Расстрели башку его телохранителю! Амсель прячется за подбитым танком! Амсель уходит! Он использует горящий грузовик как укрытие! Димка, а ты меткий стрелок! Нас будут искать! Надо уходить! Живее! Пока снова не стали палить из танков! Стопните, мерзкие твари! Стопните! Нас будут искать! Надо уходить! Живее! Пока снова не стали палить из танков! Сдохните, мерзкие твари! Сдохните! Давай воду, Дима! Это наш последний шанс! Наконец-то закончилась эта мною нелюбимая снайперская миссия. Следующая миссия полная противоположность. Она не нравится. Три года. Да. Зеловские высоты. Красота. Tod stinken sie noch erbärmlicher. Kommt, lasst uns hier verschwinden, bevor sie nochmal angreifen. Töten wir sie. Genau wie diese dreckigen Schweine. Was gefunden?
nur billigen Plunder, der sie wohl an ihre Heimat erinnern sollte. Nein! Russisches Schwein, du hättest lieber tot bleiben sollen! Was ist das? Дмитрий? Чернов, прикончи этих крыс! Ты снова обвел смерть вокруг пальца! Наши танки готовы прорвать этот рубеж и сокрушить Берлин! Чернов, я не слышу выстрел! Нет необходимости, сержант! Они истекают кровью, им не выйдет! В таком случае, может, наш друг захочет ускорить их кончину? Поджечь пшеницу! Они не уйдут! Огонь! Мы должны стрелять им в спину! В спину! В живот! В голову! Куда хотите! Только приходите! Все, облегчились. Видишь, как все изменилось, приятель? Теперь это их территория, их народ и их кровь. Бей их! Бей, как поганых крыс! Оттесняй их! Воду! Видишь, вот здесь Сталинграда я доверяю. Налево или направо? Убирайся! Убили. Защитить нации! Еще!
стреляй из гранатомета! Дмитрий, я смотрю, меткость у тебя до сих пор на высоте. Ты мог бы многому у него научиться, Черно. Ломай цель! Трусы, попрятались по углам, но мы их найдем! Черт, еще один танк! Дмитрий, развесни! Стреляй из панцершрека! Сержант Резнов, вам, похоже, нравится их убивать. Я видел, как мои друзья умирают передо мной от руки этого паразита. Эти сволочи и не такое заслужили. Дим, поедешь в одном из танков. Тебе нужно отдохнуть. Это заслужил. Чернов, а ты нет, пойдешь пешком.
приближается немецкий грузовик! Дмитрий, взорви его, пока они не заняли позицию! Они отступают! Неважно, где они будут! Загоним их! Моим товарищам в Сталинграде пощады не было! И здесь никому пощады не будет! Око за око! Уничтожить мы здесь! Это чисто случайная смерть. Прошла миссия. Так, третья миссия в нашей части. Мы захватили аэродром, но под контролем противника все еще находится большая часть ОСА. Если я не ошибаюсь, да. Минометы сейчас раздолбают наши танки! Нам надо зачистить эти траншеи и разобраться со всеми минометными окопами! Подготовить огнемет! На том холме пулемет! Он косит наших ребят! Поставить дымовую завесу! Бросай дымовушку! Один из минусов огнемета. Не видишь врагов, которые идут. Сюда!
плановую карту смелки нашел. Но не знаю, как это будет пойти. Давай сюда! Занять высоту! Следующий самолет на кофта! Киев! Готово! Остался еще один окоп! Задержать! Укрытие! За бочки ложись! Берегись! Противник на хребте! Минометы противника нейтрализованы. Танки уже в пути. Танки на подходе! Передай по радио. Мы зачистили позиции минометом. Хорошая работа. Вот мы и прошли. Еще наши достижения дались нам гораздо труднее, чем мы могли себе представить. При захвате аэродрома и минометных окопов стало ясно, еще что враг будет биться до последнего. А в следующей серии ждите в дальнейших выпусках. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и оставляйте обратную связь. Окружающих вершин. Вам был Брим Тим. Всем пока!